Пляжный футбол – это относительно молодой вид спорта. В 2007 году сборная России в первом же своем выступлении в Европейской лиге пляжного футбола взяла бронзу и тем самым заработала себе путевку на чемпионат мира. Тогда сборная России заняла третье место в группе. На открытие этого первенства Краснодарского края прибыл заслуженный мастер спорта России, вратарь клуба «Локомотив» и сборной страны, российский пляжный футболист Андрей Бухлицкий. 12 лет назад он был один из тех, кто стоял у истоков основания пляжного футбола. И эти истоки зародились именно в Анапе. Начало положено еще лет 12 назад здесь же на пляже, когда я играл за клуб «Строгино». Действия здесь можно сделать только проведением турниров. Вот начиная с детей, если говорить о профессиональном виде спорта, о любом. Все начинается, мы все любим говорить и кричать, что массовость, массовость, массовость. Так вот они, люди ходят, вот они, дети стоят. Вопрос опять в том, что их это организовать и проводить как можно больше турниров. Сколько лет у нас в году, тем более в Анапе сезон? Я думаю, что месяца 4 железных это жара. Как раз это время для этих соревнований. Перед началом турнира знаменитый вратарь провел мастер-класс с юными спортсменами. Ребята в парах отработали владение мячом в разных ситуациях. На соревнования прибыли 9 команд, 7 из Краснодарского края и 2 из Строгино. Три команды представляют наш город-курорт. Они были сформированы 10 мая. «Локомотив» из спортивной школы «Олимп» поселка Виноградный, «Спартак» город Анапа и спортивная школа номер 7. Всего более 150 футболистов 2002-2003 годов рождения. В будущем этот турнир планируется сделать регулярным. Мы его будем каждый год повторять. А теперь еще запланировали вот с Андреем. До этого приезжал президент пляжного футбола «Локомотива». Мы договорились, что будем проводить в Анапе как минимум 10 турниров подобного уровня в течение года. Первенство Краснодарского края продлится 3 дня. По итогам соревнований победители получат кубки и грамоты. А лучшему вратарю турнира, вратарь сборной России Андрей Бухлицкий, подарит именные вратарские перчатки. Руслан Душевский, Анапа, регион.